Уже не первый год национальная команда по пляжному футболу проводит подготовительный сбор в Мозыре. И это тот случай, когда и принимающая, и приезжающая стороны получают максимум пользы. Для сборной команды приезд в Мозыре – возможность подготовиться к международным стартам в отличных для нашей страны условиях. А принимающая сторона, во-первых, получает бесценные уроки пляжного футбола, а во-вторых, имеет возможность сразиться в матче, пусть и товарищеском, с командой, сформированной из лучших представителей отечественного пляжного футбола. Кстати, с этого сезона сборной Беларуси новый тренер, и так же, как и прошлый наставник национальной команды, это бразильский специалист. На протяжении последних трех лет мы серьезно экспериментировали с нашим тренерским штабом. И основная причина, почему мы это делаем, это те рейтинги, которые имеет на сегодняшний день сборная Республики Беларусь. То есть мы находимся сегодня восьмыми в Европе среди 24 команд и 22 среди 120 стран мира, которые развивают пляжный футбол. Эти рейтинги говорят о том, что у наших игроков уже есть достаточное мастерство и класс для того, чтобы конкурировать со всеми европейскими командами. Вот. Но на сегодняшний день одной конкуренции недостаточно. У нас стоит задача попадания в 2017 году в финальную часть чемпионата мира, вот, где будут разыграны всего 4 путевки из 24 команд. Ну что же, будем надеяться, белорусская сборная под силу выполнит эту нелегкую задачу — попасть на чемпионат мира. Тем паче, что теперь во главе сборной легендарный Марко Октавио, выигрывавший 6 чемпионатов мира подряд со сборной Бразилии с 1995 по 2000 год. И уже заметно, как изменилась в лучшую сторону игра нашей сборной, которая камня на камне или применительно к пляжному футболу песчинку на песчинке не оставила от М-Сити, обыграв мазырян со счетом 15-2. Но это все-таки сборная Республики Беларусь, поэтому тут собраны лучшие, кто есть в Беларуси. Это раз. Ну и, конечно, команды подошли немножко в разных кондициях. Сборная прошла уже несколько сборов, а мы только немного еще набираем. И эти спарринги для нас очень важны, ценны. Ну что же, уже завтра второй товарищеский матч, в котором наши футболисты постараются оказать более упорное сопротивление. Он, кстати, состоится в 6 часов вечера. И для болельщиков это отличная возможность увидеть в деле как своих ребят из М-Сити, так и лучших представителей белорусского пляжного футбола. К слову, в пляжном футболе участники матча зачастую испытывают помехи из-за слишком яркого солнца, сильного ветра или дождя. Но на этот раз им выпало испытание в виде роя мошек, который, кажется, без конца кружился вокруг наших героев, как во время матча, так и после его окончания. Вообще супер условия, конечно, супер. И не приезжаем ни первый раз в Мозыр, все нравится, поляна, песок, класс, условия. Тренируюсь я не хочу, и игра тоже получилась хорошая. А насчет мошек, играли на хороших скоростях, поэтому мошки нам не мешали. Спросили мы у Вадима об особенностях работы нового главного тренера и его взглядах на пляжный футбол. У каждого тренера есть своя методика, подготовка. У него немножко отличается, у него больше строится на тактику игра. С прошедшим тренером у нас больше на технику строилось, импровизировали, а здесь больше у нас больше таких тактических нарисовок, схем. Кроме Вадима, в сборной много футболистов высокого класса, но отдельно хочется отметить капитана команды Игоря Бришталя, которого можно назвать настоящей звездой европейского пляжного футбола. Пляжный футбол я пришел в 2009 году, и мне этот вид очень понравился. И я начал с самого начала своего пути в пляжном футболе работать над этим видом спорта. И каждый год усердно работал. И спасибо всем специалистам, которые мне помогают каждый год развиваться. И поэтому, может, большая любовь к этому виду спорта. И я уверен, что я начинаю чувствовать с каждым годом больше и помогая своей сборной и достигать хороших результатов. Следующий вопрос Игорю был о реальности выполнения задачи выхода сборной республики в финальную часть чемпионата мира. Мы уже, я считаю, достигли того уровня, который должны показывать каждый год. И поэтому мы вот буквально два чемпионата мира, за выход на чемпионат мира проиграли в один мяч. Чего-то нам не хватает, но будем надеяться, что Марко Октавио нам поработает над этими ошибками, которые мы допустили и не вышли на чемпионат мира в предыдущие разы, и достичь выхода в финальную часть чемпионата мира. Большая удача то, что нашу команду возглавил такой опытный тренер, как Марк Октавио. Работа с различными сборными, последней со сборной Ирана, не позволяет усомниться в его квалификации. И любопытно, чем этого знаменитого наставника заинтересовала сборная Республики Беларусь и работа с нашей командой.
Первым делом хочет сказать, что он очень рад играть на этой земле мозырской, гостеприимной. Give us a big Easter tour to training our national team here. И он очень доволен условиями, которые предоставлены для игры в пляжный футбол. I know the Belarusian soccer team, and it's a big challenge in my career, and I'm very motivated with my players to make a very good season. Ему очень интересна сборная Белоруссии, это для него большой вызов привести их, доказать, что мы можем играть в сборной Белоруссии и достичь больших результатов. Между прочим, в сборной команде проходят просмотры три игрока М-Сити. Это Иван Трофимов, его тезка Литецкий и Сергей Климченко. Также нельзя не оставить без внимания комментарии по ходу встречи Геннадия Владимировича Раковщика, который из окна своей комментаторской кабинки наблюдал за ходом матча и помогал зрителям разобраться в хитросплетениях пляжного футбола с помощью своего яркого, фирменного, только ему одному подвластного слова.